Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Почему Артур. Сэл не Мы может продолжаем убраться с играть моего в пути? Crysis 3. Всем выйти на периметр. Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизней. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа-Цефа и... прожгут дырку в земле. Если раньше Земля Нью-Йорк просто исчезнет. Не разбомбит. С помощью что программы подключись к носителю земли. Разума Звезды, цефов. По-моему. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы цефов, Сэл отзовет Архангела. Собираешься подключиться к цефам? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняты. Ты можешь превратиться во что угодно, принять любую форму. Представь, что ты станешь цефом. Я хочу рискнуть. Так, хорошо. Давайте двигаться. Похоже, мы подбираемся к финалу. Не думаю, что это будет в этой серии, но где-то уже поблизости. Короче говоря, дела такие. У цефов тут свои грандиозные планы на Землю. Уцел свои, потому что скоро будет бомбардировка из космоса с помощью орбитальных пушек. И только нам тут веселуха со всех сторон. Так, нам нужно двигаться вот туда. Для этого подойти к транспортировке мозга цефов. 200 метров. Кругом идет война, но по большей части цефы, я так понимаю, выигрывают. В последней серии мы нашли лабораторию, в которой сдирали броню с психа. После этого у него случился нервный припадок, потому что выяснилось, что Клэр, которая помогала ему и которую он подкатывал свои яйцы, оказалась именно тем человеком, который костюм с него и срезал, как из многих других. То есть во всех его психологических травмах виновата именно она. После таких новостей он куда-то убежал. Так, ну теперь мы справляемся в одиночку, что в принципе не так уж и страшно. Так, я думаю, мы лучше вот эту пушку поменяем на Гренделе. Будет у нас Гренделе дробовик. Здесь, в центре Сэл, мы доверяем нашим работникам. Нам хотелось бы, чтобы вы чувствовали себя ценными членами семьи Сэл. Поэтому мы хотели бы знать о некоторых особенностях спутника Архангел, не так широко известных публике. Вдобавок к безупречному распределению энергии на нужды миллиардов людей, функциональность этого объекта включает также протокол «Восход Алой Звезды», который может концентрированным выпуском энергии устранить проблемные наземные локации и не только решить текущие проблемы, но и предотвратить их возникновение в будущем. Для получения дальнейшей информации обратитесь к своему руководителю. Сэл, что бы это ни было, оно под контролем. Ну, конечно, мы видим, под каким оно контролем. Купол уже считает, что нет. Так, ладно, здесь вроде как все спокойно. В последней серии здесь, когда утрело только, была еще ночь, по сути, мы пробирались с боем. Сейчас не так много народа. Хорошо, давайте спускаться, что ли? Вроде все спокойно. Кстати, видите эти док-теги у нас на луке? Мы их нашли как раз в этой лаборатории. Это наши сослуживцы. Пророк, как память, взял их. Так, у нас, похоже, гости. Нужно поосторожнее как-то.
Маскировка отключена. Да господи. Бессмертный, что ли? Кошмар какой. Маскировка отключена. Так, лады. Где у нас здесь то самое улучшение? Что-то я его потерял. Стрелы-то вон, надо будет к ним сходить, кстати говоря. А еще в этой игре я заметил, практически нет перемещения на транспорте. А вот оно. То есть во второй части этого было предостаточно, но не здесь. А мне это очень нравилось. Хорошо. Так, что у нас тут? 4 очка. Ну, я даже не знаю. В принципе, мне пока ничего не нужно особо. Выносливость, гидроусилители. Барнагой, это нам не нужно. Вот это неплохая штука тоже. Так. Ослабление действия пули. Давайте вот это возьмем. По большей части они все бесполезны. Так, подожди, я не то взял. А нет, это взял, все нормально. Так, хорошо. Все устраивает. Стрелы нужно ли нам брать? У нас, в принципе, полное все. Маскировка отключена. Если только пострелять народ, а потом уже... Так, ну что ж ты. Похоже, что нет. Блин, так. Я просто хочу все сделать достаточно тихо, поэтому придется постараться, я думаю. Но мы же никуда не спешим, верно? Ладно, не очень тихо. Подходите, ребята. Кушать подано. Народ просто забеспокоился, я смотрю. Свободен. Так, теперь мы вот сюда вот в уголок. Посидим, подождем. О, так, не удалось. Я откуда взялся вообще? Готов. Еще? Да, вылазь. Так, все нормально. Более-менее спокойно. Кто-нибудь еще остался, нет? Судя по всему, нет. Так, ладно, заберем стрелы. Для этого нам нужно будет сюда. 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 И, в принципе, пришли. Прикольное место, кстати говоря. Да как же так? Да хрен с тобой, заодно и стрелы сейчас. Я просто хотел посмотреть, может там что-нибудь новое еще есть. Вот чёрсен. Так, ну давайте посмотрим, что это нам даст. Пророк!
порядке? О, офигеть. У нас проблема. Они тебя не атакуют. Боже. Они думают, что ты Цеф. Нет, не просто Цеф. Они думают, что я Альфа-Цеф. Вот это поворот. Я Альфа-Цеф. Пророк! Пророк! Это слишком опасно! Ты превратишься в Цефа! Пророк! Лорен! Нет! Нет, я в порядке. Я в порядке. Чуть не накрыло. Я чувствую сверхразум. Он настолько сильный. Вот оно. Их мысли и энергия одно и то же. Если бы я мог... Дерьмо. Что это? Настоящий Альфа-Церф. Уходи отсюда, пророк! Ух, так. Мощность моего костюма не слабее. Да ты чё, правда что ли? Так хорошо. Нет, нет. Я не ранен. У Цефа более мощное оружие. Да не суть важно. Ну, давай. Get some. Ладно, пора валить, похоже. Так. Что-то как-то я неудачно так подошел. Он прям на меня упал. Ну, давай по новой. Чего бы нет. Мощность моего костюма не слабее. Нет. Я не Ну. Где еще? А вот. У Цефов более мощное оружие. Что-то пророк Все накрывает кончено. Прям. Тихо. Я так чувствую. Нужно со спины зайти. Валим. Вот, у меня 0 патронов. Понятно. Хорошо, нет. Могу добавить. Так, ну с этим товарищем придется попотеть. Ну, вроде как ему мои угощения нравятся, так что... Продолжим. Вот. Дымится уже, родной. Так, аккуратно. Сейчас мы его разрывными, осколочными зарядим, посмотрим, как он себя поведет в таком случае. Жир, родная. Да? Пророк, срочно свяжись со мной. Ситуация вышла из-под контроля. Не сработало, но этот сверхразум Цефов – чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать ее себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас детали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа.
цел и эвакуировались, остались только в небольшом комплексе в 5 километрах отсюда. Это, наверное, командный пункт спутника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела вместе. Слышишь меня, солдат? Да, мэм. Хорошо. Ну, увидите, что творится. Давайте пробираться. Как тихо стало, да? В последней серии вышла прям настоящая война. Нет, сейчас тоже еще идет. Новые данные. Шо? Блин, красиво. Кто там орёт так? Ну вот это, конечно, дико содержательно просто. Сколько мы таких уже черных ящиков находили, кругом одно и то же. Никакой информации, просто крики. Так. Я не могу подняться по этим пожарным лестницам. Да вы издеваетесь. Нет, не могу зацепиться. Не цепляется. Тоска, печаль. Это, по-моему, достаточно глупо. Я даже тут не могу. Да блин, какой смысл этой многоэтажности, если просто нет слов. Я не могу зайти сюда и все. Это, по-моему, глупо. В принципе, у Селла осталась только эта установка, Архангел, которая лупит по всем. Да, дела. Так, ну отключайся, ёлки-палки. Блин, кот убежал. Ах, только подошел. Хорошо, двигаемся через линию фронта. Пусть пока между собой там воюют. Тихо. Ладно, пора уходить. Не очень удачно все прошло. Ай, блин, не та кнопка. Игра, прекрати. Хорошо. Почему-то он не отмечается. Вот такой тип противников, видимо. Так, ну пускай, наверное, так и остается все. Пошли дальше. Офигеть. Не очень хорошо. Блин. Сейчас пойдем. Нам, я думаю, куда-то туда будет самым лучшим решением. Так, а если мы эту турель сейчас
взломаем. То всем может наступить полный пипец. Давай, работай. Хорош. Так, ну и пока они занимаются тут, давайте выходить. Блин, пардон. Это я думал, что у меня в полете наберется. Хорошо. Чекпоинт, по идее, был недалеко. Блин, ну что происходит? Мда, войнушка еще-то. Короче, надо уходить, что-то тут совсем все плохо. Маскировка отключена. Как так? Уходим. Сюда, в этот же домик, но я думаю... Нет, в домик. Так, чтобы вам было весело, мы сделаем примерно вот так вот. Хорошо. По новой ломаем эту штуку. Все, пошла веселуха. Теперь пора уходить. Только в этот раз не рисковать. Я думаю, я даже так расшибусь. Просто уходим. Вот почему вот это вот происходит, я не могу пройти в этот проход. Не знаю, очень много вещей, которые, на мой взгляд, требуют доработки какой-нибудь, потому что это тупо. Или там вот мы не могли залезть на эти балконы. Какой толк вообще в многоуровневом геймплее, если половина возможностей тупо закрыта? Вот тут я не удивлюсь, если мы сейчас вот сюда допрыгнуть не сможем. А, ну ладно. Это, оказывается, вообще не дыра. Такая темная стена. Упс. Ребзя. У нас вроде как проблема. Фу, вроде не заметили. Надо уходить. Пророк, это Клэр. Мой отряд. Цефы вывели из строя наш БТР. Вы не... Пророк, нам нужна помощь. Я не знаю, что... Кажется, нам не выжить. Держись. 5 минут, хорошо? Всего 5 минут. Клэр. Клэр. Черт. Да, игра актеров просто превосходна. Так. О, тут у них совсем все плохо. Да вы что? Не может быть.
Блин, просто мечта. Так, ну что, погнали, 700 метров. Офигеть. Спокойно. Блин, нос это как елка-палка. Так, лучше справа, лучше справа. Это прям мотошторм какой-то. Пророк, ты слышишь меня? Так. Пророк! Слышу тебя. Доложи обстановку. Пророк, слава богу. Мы несем тяжелые потери. Ромео 12 установил. Но, пророк, это не надежно. И просто конца и края нет. Они все прибывают. Фу, это было довольно прикольно. И он что, сразу успокоился и отвернулся, что ли? Умён. Типа, ну подумаешь, багги перевернулась тут. Посмотрю-ка я лучше в ту сторону. Блин. Его здесь нет. Да тут и я. Еще. Граната пошла. Еще полно. Бросай осколочную гранату. Проверьте его последнюю позицию. Так, окей. По стрелам практически все. Я не буду прятаться больно-то. Не надейтесь. Кто там шарашит так? Так, тихо. Готов. Так, что у нас тут наверчено? Ну, в принципе, то же самое все. Подствольником мы все равно особо не пользуемся. Все, почти дошли, да? Блин, ну мост, конечно, это Golden Gate. Ой, какой Golden Gate, что я говорю. Бруклинский мост это. Сколько лет прошло, стоит. Здесь, если кто помнит, Годзиллу поймали в фильме, помните? Он сюда вот забежал так, и потом замотался вот в этих канатах. Блин, прикольный фильм. Тупой, конечно. Так, ладно. Двигаемся. Севера! Бесполезно! Мы никогда не выберемся отсюда! Слушайте, засуньте свой негатив куда-нибудь подальше! Или будете у меня сражаться с цефами, как самостоятельные боевые единицы! Вы меня поняли? Нет, он прав. Это безнадежно. Клэр, вообще, спасибо, что поддержал людей. Ну ты вообще, Клэр... Так, и где мне тут спуститься? Придется прыгать, что ли? Лестница, потому что... Не алло. Наверху там что-то вообще какая-то мяснина пошла. Текстурки, конечно, 2013 год. Вот. Так, что-то туда вниз. Что-то говорю. Не нужно туда вниз падать. И упал.
остановить Архангела. Не теряйте времени. Жаль, что у нас не срослось. Мы могли бы стать отличной командой. Что? Что произошло вообще? Они погибли? Я их как-то должен был спасти. Хотя, скорее всего, нет. Я не знаю, что здесь есть какие-то ответвления по сюжету. Так что так и должно произойти. Команда Ромео-1. Грипода на готов к эвакуации. Прием. Майкл, ты вернулся. Командир Ромео, это Ромео-1. Пожалуйста, соблюдайте стандартный протокол обмена на канале. Прием. Как скажешь, Ромео-1. Прием. Так, ну что, давайте на этом заканчивать. В следующей серии пойдем спасать Клэр. Пока что накал эпика, в принципе, достаточно неплохой. Ну, сама по себе миссия была довольно деревянной, тем не менее понравилась. В следующей, похоже, мы будем заканчивать. Не знаю, по крайней мере, могу сказать, что это отличное дополнение ко второму Крайсу. Никак не третья часть, но очень круто, в принципе, именно вот как поиграть еще раз в понравившуюся когда-то игру у нового уровня. В этом плане игра, на мой взгляд, идеальна. На этом все. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.